Ребята, не виноваты, я все сейчас объясню. Кирилл просто не хотел втягивать меня в эту историю. Но Дмитрий Геннадьевич посоветовал все рассказать, иначе хуже будет. В папином клубе ужасный фейс-контроль. Школьников туда вообще не пропускают. Но олды мои... Ой, простите. Родители мои уехали на недельку. И ребят пропустили. Умолять, конечно, пришлось. Да нет. Я позвонила в 9 вечера. Предложила на папином раритетном авто стритрейсинг заделать. Но мы приехали ко мне, взяли машину, стали гонять на трассе, всякие полицейские развороты заделывать. И влетели в отбойник. Крыло и бампер мясо просто. Ну, отвезли в автосервис. Там остановить пытаются. Автомобиль-то непростой. В общем, капец всем, если не восстановим машину до возвращения предков.